Итак, мы сегодня проведем опыт по добыванию свободной энергии из лампы, основанной на эффекте взрывной электронной эмиссии. Вот у нас схема. Значит, мы имеем генератор синусоидального напряжения на двух транзисторах, ТВС, переделанный от цветного телевизора ТВС ПЦ-15. Значит, с него выходят и синусоидальное напряжение порядка 2000-3000 вольт. Значит, схема идет на схему. Схема представляет из себя обычный удвоитель напряжения, классический. Но он подключен к лампе. Суть идеи такая. Выбить, подавая высоковольтное напряжение на сетку, выбить из катода дополнительные электроды, направить их на анод и получить прибавку мощности в нагрузке. Лампа включена через разрядник, ну, для лучшего согласования, для согласования. Это понятно. Так, пробуем. Посмотрим сначала всю установочку. Вот у нас генератор на двух транзисторах, вот ТВС. Тут мы видим два высоковольтных диода, лампа, лампа ГМ-70, соответственно, разрядник и нагрузка. Нагрузка 100-ваттная лампочка. Блок питания. Блок питания. Здесь соединены два блока питания. Аккумулятор и переменный лабораторный блок питания. Значит, с какой целью? Просто на лампе ГМ-70 напряжение накала 20 вольт. Поэтому с одного блока питания не хватает. Поэтому соединил и отрегулировал, чтобы было достаточно для накала лампы. Так, включаем все это дело и смотрим. Вот заработала, мы видим, загорелась лампа, пошел накал, вот пошла искра через разрядник, вот здесь вот горит 100-ваттная лампочка, вот. То есть эффект взрывной эмиссии можно применять для создания дополнительного тока. Единственное одно но, этот режим критический для ламп. Включаем, в общем-то, достаточно. Для этих ламп для этого опыта первоначально были использованы лампы 6P3S. Ну, пока подбирал режимы, конечно, я их спалил. Они специально для этого не предназначены. Но можно сказать одно, что эффект с ними был гораздо лучше. То есть вот эта модуляторная лампа высоковольтная, значит, для передатчиков недоразогнана, с нее можно еще выжать. То есть есть такая возможность применения радиоламп типа 6P36S, 44, 45 телевизионных ламп от строчной развертки для получения свободной энергии. Вполне возможно. Единственное, конечно, надежность работы ламп в этой схеме вызывает некоторые сомнения. Все.